Оглянитесь на самих себя. Вы живы. Значит, жизнь продолжается. Да, непросто. Да, есть всякие разные внутренние там, переживания, проблемы там, и так далее. Но у вас есть ваша жизнь. Есть вы сами. И вы нуждаетесь в заботе о себе. А заботиться о себе – это не бояться непонятно чего. Ну, понятно, но читая новости, приходя от них в ужас, вы о себе не заботитесь. Вы себя дополнительно травмируете. Получая вот эту избыточную негативную информацию, вы засоряете свой мозг кровью, взрывами, дефолтами и прочей мутью, от которой вам становится только хуже. Поэтому моя просто человеческая просьба, ну, давайте позаботимся о себе, ограничим поступление негативной информации, начнем взаимодействовать с другими людьми, предпримем усилия для того, чтобы делать нашу жизнь дальше в этих очень непростых условиях, поддерживая друг друга, одобряя друг друга и веря в то, что это обязательно в какой-то момент приведет... Ну, это же в любом случае как-то закончится система, ситуация неопределенности. И там будет жизнь. И ну, давайте мы ее как-то себе заложим туда, в подкорку. Не ужасы, а вот это. Там будет нормальная жизнь. А сейчас мы просто должны друг другу помочь. Позаботиться о себе, позаботиться о других, позаботиться о том деле, которым мы заняты.